Теперь, чтобы пройти диспансеризацию, не нужно бегать по этажам в поликлинике и сидеть в очередях рядом с чихающими и кашляющими пациентами. Всех необходимых специалистов и обследования можно пройти в новом модуле отделения профилактики, построенном на территории Видновской районной клинической больницы. Модуль рассчитан на 60 посещений в смену. Мы будем работать в две смены. Здесь все необходимые специалисты и оборудование совершенно новое, современное, которое необходимо как раз-таки для проведения профилактических осмотров. Центр диспансеризации возвели в рамках пилотного областного проекта «Здоровье Подмосковью» всего за 6 месяцев. Аналогичные модули появились также в Одинцово и Домодедово. В торжественном открытии отделения в Видном приняли участие заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, советник главы муниципалитета Моисей Шамаилов и депутат Совета депутатов Ирина Архангельская. Жители рады. Администрации, конечно, очень приятно, что это случилось. Строилось здание быстро, строилось качественно. Приезжали мы сюда регулярно, смотрели, как двигается строительство, а оборудование завезли очень быстро. В общем, сегодня начинаем работать. На площади 500 квадратных метров есть все необходимое для проведения первого и второго этапов диспансеризации. Проведение флюорографии, маммографии, ЭКГ, спирометрии, антропометрии. Ну, а дальше уже, значит, если будут выявляться какие-то изменения и в анализах, и в исследованиях, то тогда проводится второй этап. Также здесь можно будет сделать УЗИ, ЭКГ и энцефалографию, пройти гинеколога. Для посетителей с детьми есть комната матери и ребенка. Каждый пациент в начале диспансеризации получит маршрутный лист, по которому без очередей сможет пройти необходимый объем обследований. Это очень удобно, это в один день. Ты приходишь и сразу проходишь за короткое время. Если это люди работающие, вдвойне удобнее, потому что они не тратят много времени в очередях, которые в поликлинике к разным специалистам. Это хороший подарок, наверное, всем жителям. Тут и кардиограмму можно, и флюорографию, когда все хорошо, народ-то только всеми руками за. В новом отделении профилактики диспансеризацию всего за 2 часа смогут пройти более 60 человек в смену. Для того, чтобы пройти диспансеризацию и профилактический осмотр, необходимо предварительно записаться через единый колл-центр губернатора 122 или через портал mosrec.ru. Если возникают проблемы с записью, можно непосредственно сюда обратиться в модуль. Мы не откажем, запишем и поможем пройти диспансеризацию. Также здесь можно будет оформить все необходимые справки для получения водительского удостоверения и разрешения на владение оружием, а также пройти медицинское освидетельствование иностранным гражданам для получения гражданства. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.